Всем привет, дорогие друзья! С вами Шиморо, а это Троуф. Мы попадаем с вами в портал 10 уровня, и, соответственно, здесь можно будет, насколько я понимаю, найти Shadow Arena, чтобы зайти в нее и посмотреть, что там да как. Как только я сюда попал, значит, я почувствовал сразу жестокий пронос своего персонажа. Как бы грубо это ни звучало, но персонажа дамажит очень сильно. Видимо, мне нужно выбить вещи, и очень срочно. Как это сделать, мы сейчас будем, естественно, с вами пробовать. Нужно найти первые подземелья, соответственно, и двигаться дальше. По новостям, создал я, гильдию, называется она Shimoro Band, так как Shimoro Show занял кто-то из подписчиков. Ребята, не вступайте в клуб Shimoro Show, потому что это клуб левый, это не наш. Вот, и, соответственно, в Shimoro Band я вас, ребята, приму. Когда-нибудь мы проведем, я думаю, стрим по Троуф, не знаю, когда именно. И вот тогда займемся как раз, соответственно, набором людей. Далее, что по новостям. Сейчас я буду пробовать, ребята, проходить в соло, соответственно, Uber первый difficulty, видите, Dragon Peaks. То есть надпись Uber level 1. Ну давайте попробуем вообще посмотреть, как мы здесь дамажим и что нам здесь выпадает. Вы посмотрите, просто посмотрите на это. Это сколько мне нужно запиливать, естественно, вот этих пацанов. Через сюрикен всегда играть? Ну давайте, ладно, поиграем через сюрикен. Хорошо. Хорошо, давайте попробуем. Обозначение Денджи я не вижу почему-то. Здесь, видимо, все почищено. Так. Я прохожу туда. Вот там есть свободные денджи, здесь все уже зачистили. Хорошо, ладно, пойдемте дальше. Но это level difficulty 1 подземелье, и они еще не резнулись. Давайте я по карте сейчас проеду вот туда. Ух ты, замок освободился. Давайте попробуем зачистить замок. У меня нет никаких сильных вещей сейчас. Бомбы нужно накрафтить, бомбы я накрафчу. Почитал ваши комментарии, ребят, спасибо вам большое за советы. Вот эти вот блоки, кстати говоря, мне нужно выпилить. Мне нужно их много. Давайте-ка я их, ребята, повыпиливаю немножко. Повыпиливаю. Бомбы мы покрафтим, естественно. Так, вот здесь вот белых блоков много. Так, спокойно. Давайте-ка сразу вот так вот сделаем. И пойдем в башню. Попробуем в соло. Ой-ой-ой, как же дамажит сильно. Ребята, шмотки срочно нужны нормального уровня. Потому что прокидывают меня крайне сильно. Ну, попробуем, попробуем. Неоновая ниндзя довольно ватненький персонажик так-то. Ну, по ХП, по крайней мере. Поэтому я буду сейчас стараться смотреть на это все дело. Так, тихо, опа. И вот так вот, хорошо. Хорошо, через инвиз забираем паука. А, бутыльки у меня есть вроде бы. Прожимаю бутылек, надеюсь, бутыльков хватит на то, чтобы... А может сразу пойти к боссу и там уже... Получать люлей, да, давайте лучше пойдем сразу к боссу и, соответственно, там получим своих люлей. Но, надеюсь, я пройду. Будет очень сложно, потому что девайсов у меня нет. Но я люблю сложности, поэтому меня это радует, в принципе. Так, давайте запрыгнем вот сюда, перепрыгиваем дальше. Так, проходим вон туда. Аккуратненько. Аккуратненько запрыгиваем выше, и еще выше, и еще выше. Не надо меня коцать. Выпиваем баночку, уходим в инвиз, так как есть стамина. И, соответственно, вот он, гад. Так, хорошо, все. Полный фокус, ребята, полный фокус. Не знаю, бомба здесь не поможет, насколько я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да, все, я понял, я добью вас. Да, как я и думал. Хорошо, давайте быстренько туда добираться, они прокоцаны, и ХП у них остается. Посмотрим, со скольки заходов я смогу это сделать. Да, неподготовленно получилось, сейчас перестраиваю сразу дом, ну, будем справляться со сложностями, для этого они и существуют. Если бы у меня, наверное, был Кнайт, ребята, кстати, напишите, у кого Кнайт, кто при первом заходе со слабыми вещами, какие у нас вещи сейчас, давайте посмотрим. У нас вещи с вами 8 уровня, со слабыми вещами фармил уже это. Будет интересно посчитать ваши комментарии, какой, на ваш взгляд, персонаж является самым интересным в этом плане. Просто вот сейчас, да, сейчас вещей нет, конечно, я понимаю, что я там отличу, как бы. Посмотрим, сколько раз у нас это получится сделать. Надеюсь, по ХП все будет хорошо. Главное не подставляться сильно. Вот они, видите, спрыгнули. Это те, которые меня преследовали, пацаны. Соответственно, вот здесь я просто запрыгиваю. Так, нужно лошадку убрать, скорее всего. Да, убираем маунта. А и сейчас через инвиз запрыгиваем наверх. Да, вот они прокоцаны, видите? То есть они... Ой-о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 й. Не, в соло я не затащу. Я понял. Я понял тогда, как мы сделаем.
хорошо, была идея плохая. Берем маунта и выбиваем шмотки в более мелких подземельях. То есть, соответственно, да, я не затащу сейчас с этими вещами, соответственно, большой замок в соло, и попробую, соответственно, сходить далее. Надеюсь, это у меня получится. Так, давайте сейчас сбегаем вот сюда. Вон туда. Там на воде, что ли, я не пойму. Водные, что ли, подземелья? Ой-ой-ой, корабля-то у меня нет, ребята, никакого. На корабле-то я не поплаваю. Ну, давайте попробуем профармить. Я думаю, там будет попроще. Просто там я сразу пошел, видите, на большой замок. И, соответственно, я мог бы бегать, добить. Но, видимо, не хватает мне ни дэмэджа, ни вещей, которые бы усилили меня хорошо. И в этом вся проблема. Там спальные мешки стоят, смотрите. Давайте пробираться и фармить кораблик. Так, подождите, это чей-то корабль или это подземелье? Это не подземелье, видимо. Так, ну-ка. А, вот же замок, да. Вот он, замок. И как нам туда попасть? Пипку разбить можно, пипку разбить нельзя. Хорошо. И вот он вход, отлично. Вот они пошли, данжики. И, видимо, нам нужно с вами забраться наверх. А, забраться наверх. Вот здесь отличное подземелье, мне очень нравится. Проходим наверх, и вот он находится, босс. Ну, его-то, надеюсь, я забрать смогу, ребята. Так, инвиз. Инвиз, визит, большой динозавр, черт подери. С Тирексом сражаемся из арка, ребята. Так, тихо, спокойно. Спокойно, 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 спокойно. У меня есть все, что нужно. Сюрикен запендюриваем. Отходим назад. Пропиваем. Пьюшечка, все, я понял. Я понял, я понял, я понял. Можно в соло делать, ребята. Так, тихо. Выпиваем. Очень много у меня сейчас, получается, затрачено было. Еще раз пьем. Отходим. Сюрикен пошел. Сюрикен не в того пустил. Хорошо, еще раз. И еще раз. И еще раз, ребята, давай! Первая победа, ребята. Отлично. Отлично. Крайне сложно. Крайне сложно. Куда я полез на большой замок изначально? Неплохо вышло. Фуф. Левел 8 предметы, что? А почему левел 8? Почему не десятка? Ребята, немножко не понял. То есть Убер здесь получается 10 уровня, да? Так, момент нужно уточнить. Если здесь 10 уровня, значит шанс выпадения предмета 10 получается он... Может быть-то довольно и невелик. Черт подери. Видимо, фармить нужно... Ой, это что такое? Видимо, фармить, ребята, нам нужно будет как раз большие замки. Все, теперь понятно. Что там выпало, не ясно. Ладно, давайте посмотрим. Видимо, самый слабый... Uber Level 1 Difficulty. То есть, ну, здесь меня пропилюлят очень сильно. Это я точно знаю. Потому что вещи... Вещи у меня не такие уж сильные. Да, вот я начинаю сталкиваться уже с проблемами, получается, да? Задача сейчас добыть, соответственно, 10 левела вещи. Оружие к максимальному хп, больше в защиту и в дэмэдж. Больше в хп и в дэмэдж, скажем так, да? Очень интересно, очень интересный момент. Без баночек хп, в принципе, идти сюда не стоит. Видите, как сильно просаживают меня? Очень сильно, то есть даже если я буду отходить, сюрикенить, соответственно, по врагу, КП просаживается очень сильно. То есть, тем более, у меня милишный персонаж. По идее, постоянно на инвизах бегать, ну, это не то. Поэтому давайте-ка мы придумаем с вами хороший вариант. Вон там появились первые подземелья, я понял. Сейчас идем, возвращаемся, значит. Возвращаемся. Ого-го. Как бы это сделать-то лучше? Как бы это все сделать? Банк, видите, опустили. Ладно, сейчас придумаем, не страшно. Но с проблемами столкнулись, да. То есть, это надо с кем-то либо идти. Но я хочу в соло походить. Понимаете? Но тут дело уже в вещах. Вещи у меня довольно слабые. Где бы надеяться на то, что надеяться на удачу, что выбьются вещи хорошие? Ну, как вариант, момент интересный. То есть, Uber Difficulty 1. Вот, кстати, хороший мир вроде бы создался. Сейчас главное заселить. Заселить себе домик, восполнить баночками, соответственно, все это дело. Ух ты, красивая, посмотрите, какая аренка, ребята. Там глаз какой-то внутри. Так, вот там вот дома есть, соответственно, вон дома новичков вообще стоят.
Ребята вообще не заморачиваются на перестройке, елки-палки. А я тут заморачиваюсь уже, хочу перестроить, говорю. Вон классная башня тоже, высокая довольно. На лошади своей бегает. Ну, какое-то безвкусие абсолютное, дорогие друзья. И вот то ли наша, посмотрите. То ли наша. Ее можно повыше еще сделать вообще, мне кажется. Ладно, это перестройкой мы с вами займемся, я думаю. В форме чего-либо. Я уже даже знаю, в форме чего я буду строить. Так, что я могу Interactive? Барбершоп переставить, да? Блоки. Homeworld Heart. Порталы. Uber 4. Adventure Portal. Uber Adventure Portal. Я могу уже порталы поставить, да? Adept Adventure Portal. Новость, но это вот просто порталы, да? Interactive. Blocks. Куб Конвертер. Так, ну это для Club World. Здесь, в принципе, мне... Vitality Ring Box. Unlock set стоит 50. Мне нужно очень много покрафтить, получается, чтобы получить скилл в крафтинге. Хорошо, давайте я сейчас восполню фласочки. Фласочки сет. Классные блоки, посмотрите, у чувака. Ой, красота, я тоже такие штуки хочу. Где он взял, блин? Ёлки-палки. Вот это красиво, да, посмотрите, ребят. Так, ладно. Хорошо, давайте я нажму карту. Uber 1, получается, да? В Uber 1 по-любому должны быть вещи 10 уровня, ну, как ни крути. Как ни крути, должны быть. Какого у меня левела вот эта штука? Ну, тоже 8-го все. Ладно, давайте пробовать тащить, чего уж поделать. Пробуем тащить вот эту вот, например, башенку. Так вот забегаем. Здесь даже запрыгивать не нужно на нашем динозавре. Надо еще в Shadow Arena зайти. Ох, надеюсь, получится. Ну, все-таки один дэнш получилось, значит, все остальные тоже получится. Если буду делать все внимательно, соответственно. Ой-ой-ой-ой-ой, как же они жарят-то! Надо дом поближе ставить ко всему этому... Ко всем этим приключениям. Так, мне нужно инвиз сохранять. Инвиз сохраняю, прожимаю. Ухожу в инвиз, прожимаю банку. Ой-ой-ой-ой-ой, как же опасно. Еще банку прожимаю. Надо уходить вниз, все крайне плохо, еще банку прожимаю, ухожу в инвиз, прожимаю банку, ухожу наверх. Ёлки-моталки, вот это да, вот это меня просаживают, ребята, это просто невероятное что-то, надо отступать. Ёлки-палки, игра, не убивай меня быстро, пожалуйста. Так, хорошо. Продамажу я тебя, нет? Тихо. От удара уклоняемся. Так. Тихо, спокойно, ребят. Посмотрите, как хитер у меня, ниндзя мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, босс. Он ушел. Он резнулся, ребята. О, отлично. Спасибо, игра. Это идеальное место для фарма. Ох, ребята, большой палец вверх надо за это поставить, потому что посмотрите, как хитро я обманул босса, ребята. Это просто невероятно. Вот это мне нравится. Я обожаю такие челленджи. Обожаю просто. Главное, чтобы вещь, которая сейчас выпала, была... Ну, стоила чего-то вообще. Как бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да нормально, пофиг, у меня дом здесь рядом. Главное, чтобы вещь стоила. Чтобы вещь была стоящая. Это не проблема. Черт подери! Умереть, конечно, было, расслабился. Но расслабиться можно, когда у тебя стоит под боком дом. Так что очень важно иметь позицию рядом, соответственно, с домом. Блин, соло больше челленджа, это круто. И мы проходим, ребята. Это просто невероятно. Я здесь, кстати, порушил очень много строений. Хорошо, что я могу теперь забраться наверх хоть как-то. Да, надеюсь, с 10 уровня хоть какой-то предмет мне выпадет. Ох, здесь восьмерочки. Восьмерочки, ребята. Левел-то 8. Так, бежим сразу же в следующий денж. Ну-ка, давай-ка. Так, тихо, спокойно. Спокойно, ладно, пробегаем. Хорошо, я понял, игра. 8. Все 8 выпадает. Ничего стоящего получается. Ёлки-палки, и как же это грамотно теперь сделать-то? Потому что 8 левел предметов меня вообще никак не интересует. Абсолютно. Я здесь для того, чтобы усилить своего персонажа. Если я его не смогу усилить, то получается, я буду сталкиваться с постоянными проблемами какими-то, да? А эти постоянные проблемы нам с вами не нужны. Ну ладно. Разберемся. Сейчас соберем здесь
гадов, они, соответственно, наверх не запрыгнут до босса, а босса уже будем убивать. Да, вот здесь нужно выдержать просто. Активируем черепа. Это, кстати, полегче для меня, насколько я понимаю. Крошим. Даем вот так вот. Посмотрим, может что-то лучше, чем у меня. Может мне как-то в хп усилиться, потому что хпшечки довольно мало. Ладно, посмотрим. Десяточку нужно выбить. Видимо, в уберах один десятки нет, я предполагаю. Так, хорошо. Блинк вот этот использовать не стоит постоянно. Он, конечно, хорошо дамажит, как АУЕ. Но очень много стамины тратит, как мне показалось. Да, и мы побеждаем, отлично. Так, вот так вот прожимаем, продолжаем прожимать, вести персонажа. И, соответственно, убиваем. За хп нужно постоянно следить. Хорошо, хп я уследил. Разбиваю и надеюсь. Пожалуйста, что-нибудь посильнее мне. Да господи, левел 8. Это не то, что я хотел бы. У меня и так сильные вещи получаются в этом плане. Так, пиньятки есть, ладно. Идем в Домецкий. Где у нас тут Домецкий рядом стоит? Да, вот здесь где-то закреплен Домецкий. Ой-ой-ой, плохо, ребят, плохо. Плохо. Давайте я сразу в лут-коллекторе переработаю вещи, которые мне не нужны. Соответственно, все вот сюда добываю. Потом посмотрим, что у нас получается по фарму. Что мы там, какие предметы интересные и красивые выбрали. Может, уже уникальный стиль какой-то можно будет составить персонажа, основываясь на том, что мы получили. Не знаю даже. Ладно, мы это проверим, ребята. Duel Shadow Arena. Shadow Arena я сделать не смогу. Видимо, мне нужен большой замок. Вон ребята двигаются в сторону... Да, все двигаются в сторону большого замка. Да, такая тактика будет довольно хороша. Я не вижу, кстати, где эти ребята двигаются, но я вижу, что рядом со мной есть несколько человек, но почему-то визу... А, вот, да, вот они появляются. Вот, тоже убираю один, посмотрите, какой-то маг. Ладно, все, пошли, давайте держаться вместе, да, вон. Да, все здесь, и мы сейчас зафармим, получается, большой замок вместе, и будет уже легче, насколько я понимаю. Так, да-да-да, вот сюда, забираемся, и, видимо, нужно будет спрыгнуть вниз. Вот здесь. Так, где мы спрыгнем вниз-то? Получается, вот сюда куда-то нужно идти. Ищет вход, чувак. А не надо искать вход. Поехали, босс же здесь. Помогайте мне. Помогайте. Тащим. Не умирать на мне. В инвиз ухожу. Хорошо, ребята, сделали. Наконец-то, пилюлечка, ребята, пилюлечка, и маска, видимо, да? Так. Ривер. Energy Regenerate плюс 6 Jump. Минус Damage. Робо-хивер какой-то, да? 8-й, но это все 8-й уровень, ребята, Uber 1 это 8-й уровень, что ли? Я не могу понять. А как же тащить-то? А, ниже еще нужно идти, это лишь защита была. Ладно, хорошо, давайте пойдем по вот этой радужной дорожке и посмотрим. О-во-во-во-во, что же будет здесь? Выше нужно, выше добираться, выше. Да? Выше, да, вот сюда. Вот сюда проходить, но у меня по хп все плохо. По хп все плохо, там уже пацаны дамажут, насколько я понимаю. Так, спокойно, в инвиз ухожу, убегаю. Где-то здесь уже идет война. Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно. Чувак на динозавре. Проходи скорее, мне нужна помощь твоя крайняя. Так, тихо. Будем держаться рядом с чуваком на динозавре. Проходить через инвиз, пробегать, естественно. Он где-то здесь вот прыгает. Я не вижу, почему они не заходят-то наверх. Так, давайте я попробую выше прыгнуть. Через инвиз. Вот это меня зажимают. Вот это терпилово. Черт подери, портал. А вон босс вышел. Да, вот он. Вот он, ребята, босс. И, наконец-то, мы забираем здесь предметы. 10-го что-нибудь есть, нет? Ребята, это все 8... Ух ты! Первая радужная вещь, ребята. Наконец-то, левел 10. Да, ребята, я добился, чего хотел. Атак спид и максимум хелс как раз здоровье повысили. Ребята, это удача. Это просто невероятная удача.
Вот она маска, которую мы выбили. Да, мне нужно ходить в большие данжи, чтобы собирать предметы 10-го. Вот они, радужные. И еще есть черные вещи. Это не самое лучшее. Да, есть еще черные. А, насколько я знаю. Но, тем не менее. Так, хорошо. Давайте пойдем вот сюда. Здоровье теперь у нас 2000. Это уже другой разговор совсем. Хорошо, ладно, я понял. Я понял. Ладно, это уже другой разговор. Ребята, первая вещь у нас попалась хорошая. Так, костюм Hidden, Neon City, Dragon, Undead, Donkey Darkling. Ну-ка, что я могу сделать вообще? Undead, Donkey Darkling. Не, рога это очень красиво, как мне кажется. У меня масок лучше, чем рога, сейчас вообще нет, насколько я понимаю. Всякие бабочки, птички и прочее это не интересует. Из костюма еще красивые, но мне нравится вот этот вот. Да, а на лицо? На лицо ничего такого-то и нет. Всякие уточки, смотрите. Вот эта страшная маска, но она не подходит. Во, глаз, кстати. Или во. Dystopia Display. Да, видите, глаз. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Красивенько получилось. Да, по-моему, красивенькое, ребята. Dystopia Display. Это очки какие-то, видимо, да? Хорошо, есть у меня такие вот очки. Ладно, побежали дальше. Хорошо, первая вещь у нас есть. Соответственно, ХП я значительно увеличил. Не хватает теперь оружия, чтобы дамажить побольше. Оружие и кольцо у меня слабое, нужно все это сделать. А, фласки, эмблемы. Эмблемы тоже я ни разу не находил, но с этим мы разберемся. Хорошо, давайте заходим, ребята, не будем терять времени. Будем двигаться, смотреть на перемещение игроков, чтобы, естественно, пофармить именно в соло. Ну, так сказать, я же без пати, поэтому я в соло. Но вот такая фишка, она довольно интересная. То есть каждый игрок, по идее, который даже не имеет друзей, например, в игре, он может вот так вот присоединиться к любой банде, соответственно, игроков и двигаться с ними в нужном направлении. Вот такой вот получился у нас персонажик. Так, непонятно пока. Ладно, хорошо, садимся на Дину и идем дальше. Duo Shadow Arena. Я уже сделал одну арену, что ли? Я не понял. Почему у меня продвижение идет? Так, давайте я возьму бесплатный пак, фри который. Бесплатный пак, который нам выдается. Got one glim. Так, хорошо, я получил сундук. О, вон еще какая маска нам выдалась. Давайте откроем его. И что же мы получаем? Sticky Ihar. Непонятно, что это, но ладно, пусть будет. Вон, там какой-то свиток появился. Посмотрите, что это за свиток, ребята? Что за свиток такой здесь появился? Раньше такого я не видел. Видите, это что-то где-то здесь. А что за свиток, непонятно. Вот сюда вот какое-то подземелье, что ли, со свитком. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас ХП уже чувствуется, что у меня есть ХПшечка, ребята. Да, на ХП значительно я бафнулся. На ХП значительный баф пошел. Вот это радует уже. Я уже могу просто держать на себе боссов. Так, вот так вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так вот. Потом еще раз вот так вот. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Бафа не могу сейчас прожать. И вот так вот сделаем. Хорошо. Продолжаем держаться, дамажить, дамажить. И выбиваю сундук. Ну вот, ух ты. Сундук необычный какой-то. Свиток. Quest complete. Neon recipe. Unlock a random city recipe you don't already have unlocked. Tech table corner. А, предмет, ребята! Предмет нашли в свитке. Это предметы для украшения дома, насколько я понимаю. Боже мой, сколько интересного в игре. Ёлки-моталки. Ну ладно, пойдемте дальше, ребята. Пойдемте дальше смотреть, что там да как. Я обожаю просто троф. Ёлки-палки. Вроде бы денжи-денжи, а столько интересного. Просто я в этом мире еще не был. Кстати, пойдемте в сторону... Вниз, наверное, в зимнюю локацию. Нет, мне ближе вон туда. Или туда. Давайте, ладно, туда. Нам нужно больше вот таких вещей сейчас. Топас, топас вещи, да? И еще рецепты за рецептами можно пойти. Нет, рецепты мне, в принципе, сейчас не нужны особо. Мне нужны большие подземелья. Вот там есть игроки, да?
замка я не вижу большого, то есть... Тут, я так понимаю, вообще шанс маленький. Получается, если брать простые подземелья, да, то шанс довольно низкий, чтобы выбить себе там даймонд вещи. Давайте посмотрим, есть ли близко замок. Ладно, вот вижу денджик подземелья. Давайте попробую его соло зафармить и посмотреть, что там будет. Сейчас зайду сразу в лут-коллектор и освобожу себе, соответственно, место под вещи. Вот, у нас есть много вещей. Добываем флакс. Хорошо, флакс добыли. И теперь задача наша... Ну-ка, кстати, дайте-ка я посмотрю. Где я должен крафтить с этого рецепта вообще? Что вот это? Builder's Crafting Bench. А это у нас есть. Adventure Crafting Bench. Personal Chest. У меня, по-моему, все есть, да? А, это новый Crafting Bench. Давайте я сделаю нормальный Crafting Bench. Надеюсь, по заданию у меня его не будет. Builder's Crafting Bench. Где он? Он вот здесь где-то должен появляться, да? Мы его в 8-й слот запиндюрим и поставим наверх. И потом сходим еще в одно подземелье. Так. На 8-ку. Вот сюда вот вставим. Вот. Builder's Crafting Bench. Здесь я уже могу... так это то же самое. Я его делал уже, елки-палки. Да, это я уже делал. Вот этот портал почему-то построить не могу. А, у меня не хватает руды, видите? Uber 2 Adventure Portal. А давайте-ка скрафтим его. Нифига себе нужно ресурсов. Внизу у меня будут порталы. Порталы будут вот здесь. Потом я здесь все снесу и попробую сюда вот заспамить. 8-й. Так, 8-ка. Вот, вот сюда. 12-й уровень нужен, видите? Скрытый такой портал. 12-й уровень нужен до Uber 2. Вот там уже вещи, наверное, значительно сильнее. Ну ладно, не в этом дело. Вот он светится так классно, кстати, по периметру. Ладно, потом, если что, вырубим, заберем. Но много ресурсов требуется, много. Ладно, пойдемте в то подземелье, попробуем его в соло парафармить. А предметы вот эти пока не знаю, как строить. Черт подери. Ну, уже у нас уже почти 11-й уровень, в принципе. По ХП, конечно, хорошая вещь нам выпала. И это радует, это очень радует. Так, тихо. Тихо, дракоша. Дракоша, спокойно. Это не может быть боссом. Это не может быть... Это... Я не восполнил ХП! Уходи! Не восполнил ХП, уходи. На регенах не уйду. Не уйду на регенах. А, дом-то рядом, что ты паришься, господи. Не восполнил банки с ХП, ребята, забыл совсем. Заболтался. Так, хорошо. Еще раз туда заходим. Я думаю, что за фигня, не могу пролечиться. Но замка здесь большого нет. Давайте, давайте снова доберемся до этого подземелья. I got a pony. Так, запрыгиваем вниз сразу же, переходим в портал. Сейчас нас никто продамажить не может. Вот очень важно, чтобы рядом с подземельями, которые вы фармите, была местность... Тихо. Была местность для строительства здания. Так, спокойно, вот здесь пролетаю тоже. Вон там был портал как раз к боссу. Вот он. Ну чё, дракон? Давай биться! Биться не скупиться. АОЕ пошло, хорошо. АОЕ еще раз пошло, хорошо. Да, с этими хпшечками, ребята, все стало значительно легче. Правда, я разбил, видите, немножко дно и попал к лаве, но все равно. Да-да-да-дан-дан-дан. Ну, здесь просто месим, дракон сам по себе из себя ничего не представляет, видите, то есть он даже меня сильно не бьет. Спокойненько забираю в соло и все нормально. Одна вещь просто прибавилась и стало значительно легче. Все 8-го. Да, все 8-го, то есть нет смысла фармить, ну, только ради экспириенса. Только если ради экспириенса фармить такие штуки. Поэтому давайте двигаться вон направо. Игроки уже двигаются как раз в сторону замка, потому что как раз в замках, в больших этих подземельях и падают хорошие вещи. Поэтому очень важно сейчас попасть туда. Как бы, конечно, это не трата времени, потому что ты получаешь экспириенс, какие-то вещи, это всегда приятно. Здесь вещи, даже которые не нужны, разработчики, видите, сделали так, что ты можешь, в принципе, себе перекрасить масочку, либо собрать сет, который подойдет тебе по цвету, там, еще что-то, либо еще что-то. Это круто. Это здоровски. Так, вон туда запрыгиваем.
Идем дальше. Да, вот, практически здесь я. Но момент такой, что дома рядом здесь я закрепить не смогу. Давайте посмотрим, есть ли здесь другие игроки. Так. Спокойно. Спокойно. Вон туда куда-то нужно попасть. Это стекло, ребята. Это же стекло. На тебе! Так, хорошо. И мы попадаем внутрь. Мы попадаем внутрь. Блин, ну один-то я не знаю. Вроде бы и не затащу, наверное. Вещей нет, хотя бы оружие. Дэмэдж побыстрее проносить, потому что... В зависимости от скорости убиения врага... Соответственно, зависит... твое ХП. Если ты быстрее убил, тебе меньше ХП и пронесли. По сути. Так, 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 так. Тем более у ниндзя есть обилочка. Туда, что ли, попасть нужно? Вон там, что ли, мальчик? Давай-ка. Здравствуйте, сэр уважаемый. Я врываюсь. Погнали. Да, хорошо, хорошо идет. 6 банок ХП мне, в принципе, хватит, я думаю. Не буду торопиться прожимать. Да, давайте я не буду торопиться прожимать раньше времени, чтобы больше ХП восполнять. Отходим вот так вот. Даем сюрикенчик. Восполняем еще. Вот он, второй заход пошел. Не тороплюсь, не тороплюсь, не тороплюсь. Восполняю таким образом. Через АУЕ пройду. И снова через АУЕ пройду. Двоечку прожать сейчас не получается. Не тороплюсь опять же прожимать. Через АУЕ прошел, отлично, минус один. И сейчас через сюрикен забираю еще одного. Нет, через сюрикен не забрал. И вот этого забираю через сюрикен. Этого добиваю и получаю свой заветный сундук. Так. Это тоже не то. Sovereign Spire. Borner Beer. Очень многих очень много раз... Ух ты, классная маска, посмотрите. Draconic Dragon. А, Dancing Dragon, танцующий дракон, ребята, китайская маска, красота. Но это не то. Подождите, это не то. Но я зато попал как раз на то самое поле, где можно попасть и убить сильного босса, который даст мне хорошую вещь. Вот это очень интересно. А, вон туда нам нужно пройти, все верно. То есть я в верном направлении, но я не затащу здесь уже в соло, потому что у меня запаса банок не хватило. Не хватит, точнее. И, по идее, игроков поблизости, как мы видим, на карте нет. Это очень интересно. Надо будет пиньяток открыть еще. Ладно, давайте пробежимся, хоть посмотрим, что там есть наверху вообще. Invite to Shadow Arena. Так, выше получается босс. Никто, естественно. Никого, естественно, нет пока. Черт подери. Оба! А вот и босс, ребята. Вот и босс. Хотя нет, там еще получается. Так, это довольно сложный, сложный дэнж. Здесь получается... Почему-то меня тянет постоянно в другую сторону. Ну ладно, давайте пробежимся, посмотрим вообще, что происходит здесь. Как же красиво. А давайте вон в тот замок. Нет, этот я точно не пройду, как бы. А, без банок. И дома, видите, закрепить не могу. Поляны для строительства дома здесь нет. Да-да-да. Придется перезаходить. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. А, сейчас. И как лучше. Ну, в любом случае, прокачиваться придется именно там. Так, в магазине. Goods Mobility. Маунт. Я купил себе динозаврика. Этот маунт мне не нужен, в принципе. Вот эта красивая лошадь, но она за донат, естественно. Корабли еще есть, гудс. Что я могу купить из гудс? Но это все уже за кредиты. Хотя нет. Вот у нас 5200 накопилось. Эмблемы какие-то, это фласки. Что дает эмблема? Restores all spent energy. Потраченную энергию восполняет очень быстро. Классы, ну классы любой можно выкупить за деньги. Я класс пока не хочу выкупать, потому что я хочу овладеть сначала одним классом. Хотя бы понимать... Ой, еще один фри-сундук. Хотя бы понимать, что да как происходит... У нас с неоновым ниндзей научиться играть с ним получше. В ММО я играю именно так. Потому что научиться можно только пробуя и, соответственно, имея практику, да? Так, хорошо. Значит, надо вернуться в свой дом построенный. 10 уровень у нас уже почти 11. Квартал у меня на другой Uber готов. Но... проблема в том, что с 8 левелами вещами мне далеко не пройти. И у меня очень плохие кольца. То есть, да, здесь все хорошо, понятно. Максимум хелс, так спит. То есть, все очень быстро. Рубится красиво и интересно. Но есть куча проблем, связанных
связанных сейчас с дэмэджем. С дэмэджем, соответственно, видели, сколько характеристик? Значительно больше, чем на любом другом оружии 8 уровня, который я когда-либо выбивал. Ну, то есть, сразу понятно, что нужно. И здесь сразу замок есть, ребята. Отличный спаун, отличный спаун. Давайте забиндим себе дом где-нибудь ближе. Давайте сходим все-таки, я думаю. Может, выпадет еще одна вещь. И посмотрите, сразу же есть хорошее подземелье рядом, и все игроки направляются как раз туда. Какие хитрецы, посмотрите. Они-то могут зайти, елки-палки, а я-то нет, у меня столько прыжков нет. Так, ну хотя бы это Uber один. Так, ладно, вон туда. Опа. И я тоже здесь. Как бы считайте, да? Вот, игроки уже рассредоточились. Сейчас мы будем погружаться, видимо, вниз. Да, внутри. Все это находится внутри. Нужно двигаться внутрь и спускаться вниз. Да-да-да, сейчас зафармим. Надеюсь, я найду вторую вещь. Хоть бы повезло, ребята. Так, и у меня нет банок здоровья, да? Я молодец. Я молодец, опять же потратил. И надо это не забывать. Надо это не забывать делать. Ну, придется не дергаться вперед. Придется не дергаться вперед, потому что без банок здоровья все довольно плохо. И чувак, видимо, тоже забыл банки здоровья, и нас здесь сейчас продамажат. Опа. Вещь какая-то. Какая-то вещь, синька выпала, не понял. Или кто-то выкинул синьку. Реген у меня довольно плохой. Надо откинуться и вернуться на корабль, на самом деле. Потому что терпение — это довольно плохая черта в нашем... Ой-ой-ой, шляпа-то хорошая! Подождите, у меня шапка-то... У меня уже шапка есть. Что там? Health Regeneration. Max Health. К регену. Давайте наденем шапку на реген, ребята. Да, это то, что мне поможет. Кис Фишер, отлично, просто выбили вещь, ребята, на ходу. Отлично. Просто там 9-й, что ли, левел упал что-то или нет? Spirit of Enterprise. Legendary Melee. Дух Энтерпрайза. Так, хорошо, как раз взял шапку на реген, ребята, и мне, видимо, значительно повезло в этом плане. Поэтому мы можем идти дальше. Отличная тема. Отличная. Пока ту вещь я оставлю вторую, которая хорошая. Так вот проходим вниз. Проходим вниз. Потихонечку и смотрим, что здесь вообще происходит. Ой-ой-ой. И вот, соответственно, уже Босяцкого здесь дрючат, ребята. Но это не главный босс, насколько я понимаю, да? Подождите, это не может быть главным боссом. Majestic. Да, это не может быть главным боссом. Здесь так себе вещички. Где-то еще внизу должно быть что-то по-любому. Это не то, что мы искали. Это совсем не то, что мы искали. Здесь еще должно быть что-то. Не зачищено же подземелье. Да, подземелье совсем не зачищено получается. Да, нам вот сюда, ребята. И вот там сейчас будет дрючелово. И вот там мы сможем выбить что-то, как я понимаю, более сильное. Так, отлично. То есть, получается, убер-миры можно обновлять, их очень много, и если рядом нет таких вот денджи или игроков, можно просто прыгать по ним и ждать, когда будут появляться игроки. Так, тихо. Ты главное живи. Так, тихо. Отходим. Закидываем издалека. Отлично, ребята. Тут дракон какой-то. Вещи. Что там по вещам? Все забираем, естественно, чтобы там не выпадало. Кабум. Так, что по вещам у нас? Еще одна такая же маска. Еще одна шапка. Чё-то фиг знает, ребята. Маски, шапки, а оружие я ни одного не выбил. А, вот это 8 левела. Релик хэт. А я выбил хэт вот такую, да? То есть, да, я один реликт еще получил. Ой, реликт-то. Топаз. Но, черт подери, она неприменима для меня, потому что это тоже одни шляпы, ребята. В прямом смысле этого слова шляпы. То есть, ну, мне не нужны уже такие вещи. Я очень много их выбил. Видимо, мне просто не повезло на самом деле. И, ну, давайте спишем, по крайней мере, ребят, на это. Так, спокойно.
спокойно падай вниз. Реген хороший, видите, какой реген хороший у шапки. Я, наверное, ее оставлю. Ну, а вторую шапочку просто в лутбокс запихну себе. Вот сюда. Вот сюда запихну. 10 уровня. Ой, какая у меня была? А, подождите, так это же моя старая, видимо. Да, это же моя старая, черт подери. Ничего я не выбил, я вот что выбил. Фигню полную. Фигню полную, ребята. Вообще фигню полную. Так, ладно, забираем. Но зато без банок получилось поуклоняться, да? Так, давайте я сразу же в лут-коллектор это все дело запихну. Так. Очень много вещей. Давайте посмотрим, что у нас сегодня получилось за забег. А за фарм что-нибудь красивое мы выбили вообще, нет? Что у нас вышло? 10 уровень. А, это понятно. А, маски. Маски, маски, маски. Neon City. Так, так, слезай. Маски, маски, маски. Ну, не знаю даже. Вот это самое прикольное, как мне кажется. Еще можно глаз вот такой сделать. Но это не то. Это, кстати, глаз из портала, ребята, по-моему, да? Вот это тоже некрасивое. Дракон. О. Ну, нет, в принципе, если сделать такое вот лицо, оно не подходит, видите. Некрасиво получается, так как нужно, чтобы все подходило, поэтому мы оставляем вот такой глаз, он более-менее подходит. А, по телу, естественно, костюм я никакой не могу заменить. Костюмы у меня, все, что есть, они вот здесь. Получается, да, вот начальный костюм, получается, второй костюм. А, Lunar Ronin, естественно, есть. Hurt Bleeded. 25 Mastery Points. Это, видимо, красный костюм, да? Hurt Bleeded называется. Ну, 25 Mastery Points нужно. У меня Mastery ранг пятерочка. Он еще не вкачался. Вот 500 кубов. Здесь я Shadow Arena до сих пор не сделал. Квесты все сделал, в принципе. По мечам, кстати. Давайте посмотрим, что у нас за мечи есть, ребята. Такой. Не очень красивые. Большие мечи классно смотрятся. Islands... Кубки какие-то, не, ничего такого прям, чтобы с ног сшибательного, ребята, я не вижу. Эпик, всякие маленькие молоточки, ну это не то же. Нам нужно что-то красивенькое чересчур. Но такого ничего нет у нас. Выбиваешь. И что-то как-то красивого я... Вот тесачок. Зеленый меч, ну зеленый никак не подходит, поэтому оставляем костюму, естественно. По шапкам... Ну, это понятно. По шапкам тоже ничего. Вот, кстати, я выбил. Острова Treasure Islands. Да, в тундре самое классное. Вот это мне нравится, рога. Ну, в любом случае, спасибо вам огромное, друзья, за просмотр, за ваши большие пальчики вверх. Надеюсь, вам понравились наши приключения. Я буду, естественно, ждать вас на следующем видео. Вот сейчас мы убьем в честь... этого события знаменательного пару пиньяток. Посмотрим, что там выпадет. Вкусненького что-нибудь мне дадите? О, чувак сразу подошел. Ага, увидел? Увидел, что я убиваю. Да, много чего может выпасть здесь. Вот, посмотрите, тоже с рогами. Тоже с рогами, но у него там дракон, за ним сапог, видите, бегает. Такой интересный. Интересный боец. Так, ладно, хорошо. Восполнили здесь перестройкой дома. Естественно, займемся немножко позже. Хотя вот здесь уже есть такая тема. Я знаю, как я сделаю. То есть вот здесь я упираюсь уже, по-моему, в расстояние. Да, ребят, спасибо большое. Блин, как же это все увлекает, завлекает, скажем так. Спасибо вам еще раз за просмотр, за то, что... Вы были, вы присутствовали, вы смотрели, конечно же. Так, черт подери, как же это? Ну, это я потом уже перестрою. Да, и увидимся с вами на следующем видео. С вами был Шиморо, всем пока, до новых встреч.